Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать в России ESG-альянс. Такой инициативой он выступил в рамках WEF-2021. По его мнению, это поможет на международном уровне взаимодействовать с правительством в части экологического, социального и государственного управления. Так расшифровывается аббревиатура ESG. По словам Германа Грефа, это даст возможность повысить инвестиционную активность бизнеса и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Мы решили на форуме озвучить эту инициативу, а в октябре обсудить и провести учредительный съезд. Вот на сегодняшний день у нас уже есть 5 компаний, которые готовы войти в состав этого альянса. Во время общения с журналистами глава Сбербанка отметил, что основной смысл создания ESG-альянса в совместной с компаниями-участниками выработки решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию. Также он подчеркнул, что в России есть позитивный сценарий. Правительство страны активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность. Уже видны позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии. Эти сдвиги говорят о формировании в экономике новых точек роста. Алина Черненко, Игорь Егоров, новости на 8.